строили наш дом. Я уже была на сносях, мы въезжали в апреле, а в июне родился Тёма. А вот просто закончились деньги. И у нас даже не было денег уже на ландшафт, потому что, ну, все выгреб дом. И мы думали сделать там в две очереди и так далее. И в этот момент у Вовы не было концерта, ну, у меня понятно, вот с таким животом. И у него не было там 2-3 месяца концертов. Это вот прям единственный раз, когда я это помню. И мы такие были веселые, спокойные, у нас не было ни паники, ни каких-то переживаний, как же, что же мы будем делать. Потому что, понимаешь, вот совпало. Все равно, ну, когда у тебя есть концерты, и ты просто живешь, то у тебя есть какая-то там какие-то... Сбережения, да. А тут ты дом построил, ну, правда, ничего не осталось. Все вложили. И раз, мы так прекрасно родили, и пошла и работа, и все восстановилось, и все нормально, и доделали прекрасный наш участок.